Друзья, всем привет. Время 6 утра. Мы идем на поезд в Питер. Вон там уже стоит ласточка. Там ждет мама уже на платформе. В общем, включимся там уже. А то здесь не покатить особо чемодан, а он тяжелый. Все, мы уже прошли рамки. У Ромы радости, полные штаны. Ну, у меня тоже, в принципе. Так, в общем, все, мы сели. Ну что, поехали? Сейчас я книгу читаю, дети играют. Я музыку слушаю. Мы вышли на 5 минут в Свири подышать воздухом. Здесь прохладно. Строй. Не показать нормально. Красивый, в общем, вокзал. Там паровоз какой-то стоит. Так, мы сели в 30-й трамвай на площади Александра Невского. Все, мы вышли с трамвая бесплатного. Идем на Невский. Александра Невская лавра. Ролики оттуда у нас есть на канале. 3 ролика. Мама с Катей и с Ромой пошли в магазин. В Пятерочку. Мы стоим на улице. Погода очень шикарная. Надеюсь, день будет продуктивный. В планах пойти по самым главным достопримечательностям
маме показать Казанский, Исаакиевский, Летний сад. Ну и Дворцовая площадь, понятное дело. Так, все, мы поели, вышли в центр. Сейчас направляемся на Дворцовую площадь. По пути заскочим в Казанский собор. В общем, народу теперь много, как старые добрые времена. Но только китайцев нет. Раньше еще очень много китайцев было. А что? У Кати, у тебя есть пачка? А? Что за пачка-то? Травы. Какой травы? Ты что? Грудной сбор, если я куплю, вообще. Я купить траву некуда положить. У меня даже сумки нет, я положить из-за кожи. А что, вот Невский так украшен? Сейчас ставим. Трава это, если что, грудной сбор, да. Мама уточнила. Чего? Да я для телезрителей уточнил, про какую траву говоришь. Вообще тут вообще не протолкнуться. Обратно, наверное, ну по Невскому, только по той стороне пойдем. У нас было где-то, наверное, плюс 6 или плюс 8. Мы с Ромой в куртках или друг. Тебе не жарко, Ясь? А, ты расстегнут? В общем, прогноз немного обманул опять нас. Но это хорошо. Обманул того, что я стал. Да. В общем, включимся попозже там где-нибудь. Да, наверное, все-таки в Казанский не идем. Пойдем в Спас на Крови и там где-нибудь в Летний сад. Аничков мост. Здесь где-то нас должен ждать Алексей Александрович, наш друг. Да нет, там не сильно. А, вот он. Привет. Привет. Ты сказал, там будешь стоять. Да нет, это, по-моему, кинули, нет? Нет, это он на корзине, по-моему. А, я понял. Ром, пойдем. Голодом Елисеевых. Мне показалось, как будто ему кто-то кинул. Но это, скорее всего, он для звука положил, да? Слышу, как раз такой звук был. Вон там этот памятник, будешь фоткаться? Ой, фонтан. Прикольный. Так, у нас привал. Устали немного. Ну, Рома устал. На канале Грибоедова. Народу, конечно, вообще очень много. Так, мы дошли до Спаса на Крови. В общем, в этом видео особо много снимать не буду, потому что тут с мамой ходим, рассказываем, показываем. А потом что-нибудь позаписываем. А правильно, да, идем? Я просто не помню. Да, Михайловский сад. Как? А? Не, я не стал, я просто... Здесь у вас уже все зеленое, у нас вообще ничего зеленого еще нет. Да. Только-только начали. Но... Я уже тоже заметила, что здесь уже зеленое. Так, у нас часть команды пошла в туалет. Цена здесь 45 рублей. А я не хочу говорить, кто пошел. Да. Ну что, ребят, мы с вами сегодня, по-моему, совсем еще, можно сказать, не виделись.
В общем, все, мы в Питере, сегодня наш первый день. Сейчас мы находимся в летнем саду. Мы уже были в летнем саду, у нас есть на канале видео. Сейчас тоже решили немножко прогуляться. Правда, сегодня абсолютно все не выспались, и, соответственно, сил практически ни у кого нет. Мало того, что я сегодня поспала вообще всего 2 часа. Вот. Потом мы ехали, получается, 5,5 часов, все сидя, да, тоже ноги все равно затекают. И потом, получается, мы вот, короче, ходим, но как-то немножко ноги такие, не ноги. Вот. В общем, стоим, ждем. Сейчас пойдем дальше гулять. Летний домик Петра Первого. Да? Или еще дальше можно? Смотри газон. Посмотреть газон? Да. Что мне его смотреть газон? Не знаю, мало ли газонов есть. Вон, мам, смотри, кстати, уровень воды, видишь? Там написано, в каком году было. В 824 году такой уровень воды был. Вот отсюда? Да. По всему Питеру такие отметки стоят. Так что сейчас бы мы не ходили, а плавали. Вот Петропавловская крепость, мам. Вон там. Прям там? Да. В общем, пришли, как оказалось, не работают фонтаны. Считай, как бы, можно сказать, зря пришли. Вот там самый, да, шикарный был? Тоже не работает. Да, печально. Конечно, обидно, я хотел водичку, фонтанчики. А так-то тут сейчас как бы особо делать-то и ничего. Мои проблемы. Здесь летом классно, здесь все в зелени. Так, мы прошли Марсово поле. Впереди Троицкий мост. Сейчас идем на Дворцовую площадь через магазин. Ищем магазин. У Ромы второе дыхание. Так, мы купили Роме мороженку. Давай. Супергигант называется. И идем по Миллионной улице. Вот там техника стоит, но туда не пускают. Вот здесь сцена «Брат 2» была снята. Именно на этом мосту? Да. Конкретно на этом. В общем, все, вот там перекрыто. Че, как пойдем? Направо, налево? Вот там техника стоит. Они завтра поедут. Выйти. Подожди пока. Вот такое красивое здание. Так, я не понимаю, видно там на экране что-то или нет. В общем, там тоже техника стоит. Все готово к параду. В общем, на этом, наверное, мы ролик закончим. Не знаю, сейчас уже пойдем отдыхать, заниматься всякими своими делами. Ну, мы, может быть, поснимаем что-то, но в этот ролик уже, наверное, все. Такая небольшая прогулка была. Ставьте лайки, комментарии оставляйте. Все, всем пока. Да, погодите секунду.